Зимний фонтан. После зимнего перерыва в Заречном вновь заработал светомузыкальный фонтан. С 1 мая открыт сезон вечеров отдыха на площади Дворца культуры «Современник». Мы ждали открытия фонтана. Мы каждое лето, каждый год и практически ежедневно, ежеминутно мы здесь. Приходим из садика и все время проводим время здесь. По случаю больших праздников, конечно же, всегда приходим. Ну, весело, детям нравится, а нам приятно. Мы иногда вечером, иногда утром приходим. Да, мы можем прийти сюда в любое время. Ну, мы тут ходим по фонтанам, плаваем иногда. Да, плавали, я даже как-то раз упала. Ежедневно мы ходим сюда, рядом живем, и нам здесь очень нравится. Наше любимое место. Открытие сезона вечеров отдыха было ярким, эмоциональным, красочным. Творческие коллективы города представили собравшимся свои лучшие песни, сценические постановки, танцевальные номера. Весь летний сезон светомузыкальный фонтан будет работать ежедневно, кроме понедельника. В этом году у нас будет звучать 20 мелодий, 20. И планируем на следующий год, к 55-летию, еще раз обновить мелодии. Три раза в неделю, в пятницу, субботу и воскресенье, на Фонтанной площади будут проходить развлекательные программы. Организаторы вечеров отдыха обещают, скучно не будет. Елена Степкина, Владимир Полищук, телерадиокомпания «Заречный».